Занятия в начальных классах всех школ Нарьян-Мара отменили из-за усиления ветра в утренние часы до 16 метров в секунду, сообщает Управление образования города. Днем сила ветра ослабла, поэтому учащиеся второй смены учились по расписанию. Всю оперативную информацию о погоде и изменениях в расписании школьников вы всегда можете узнать, позвонив в нашу службу информации по телефонам 4-9003 или 2-10-25. Но не только усиление ветра преподнесла нам погода. Вместе с ним на дорогах города появились гололед и лужи. Чтобы не упасть и не получить травму, сотрудники МЧС по Ненецкому округу сообщают о мерах, которые необходимо предпринимать гражданам. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите к каблукам металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошву песком или наждачной бумагой. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы подскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. При получении травмы обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Или позвоните по телефону скорой помощи 03, по единому телефону службы спасения 112 или по телефону доверия МЧС 499 99.